в этот раз побольше. Опа, есть поклевочка и на джиг. Еще одна поклевочка на этот раз на Тини Магалу. Ах, блин, восьмая бралова. Плывет домой. Друзья, всем привет. Сегодня 10 октября 2021 года. И мы, нашей дружной компанией, я, мой брат Дима и Роман, приехали на реку Сейм. Дима нас завез, перегоняет машину сейчас, чуть-чуть ниже по течению, а мы пока будем накачивать лодки. Перед нами красавец Сейм. Сейчас он в достаточно хорошем уровне. Спускают ставки, дожди прошли. И несмотря на то, что все лето воды и сентябрь было мало, сейчас уровень достаточно неплохой. Сейчас погода такая ясная, солнечная. Естественно, утром был заморозок. Вот здесь будем стартовать. Здесь как раз ямка. Мы недалеко от впадения речухи Вир. Давление достаточно высокое, 761 на сегодня. Не знаю, все время вот в октябре в этом году высокое давление идет. И оно как бы давит щуку. Казалось бы, самое щучье время, осень, октябрь, должна клевать. Но из-за высокого давления так клево, относительный пока. Ладно, не теряем время, накачиваемся. И вперед, мне надо две лодки накачать, пока Дима перегоняет машину. Хоть и приехали мы где-то к 7 утра, может чуть раньше даже. Вот пока собрались, уже 7.45. Ну что, все четыре лодки фактически параллельно отчалили. Роман уже на воде, джигует. Вот и Дима выплыл. Взял два своих длинномера, так как на 7 поехали. Это Skyline джиговый 3.12. Второй это фаворит Крит. У него тест 16.56. Катушки Страдик 16-й. Сириус 2500, вот 16-й тоже 2500 страдик. Ну, пожалуй, начну рыбалочку с джига на ямке. Взялся за Skyline, поставил 10 грамм для начала, проверю, как они тут, комфортно, нет. Ну что, друзья, я для начала пройду чуть-чуть вверх по течению, здесь по мелякам, к впадению реки Вир. И оттуда уже начну с плавом идти, подкидывать. Оба, есть первая поклевочка, шнурочка, и, блин, сошел, досадно. Первая поклевочка на усами Нагината была, поводил шнурок грамм 300, но сошел. Оба, есть поклевочка щуки. И взяла она как раз не с под берега, а когда сделал заброс щучья в середине. Такая грамм 600 щучка, наверное. Оба. И есть. Ну, более-менее щупак первый, сами Нагината. Это вторая поклевка сегодня. Первая закончилась сходом, вторая... Щупак есть, я бы сказал, более-менее годный. Так, взвешиваем нашу щучку. Так, ну давай же, не телепайся. 775, почти 800 грамм. Ну, годная, можно сказать. Так, щуку цепляем на кукан. Опять вспомню об этом кукане, это... Куканы делает Андрей Жук ручной работы из Миргорода. Парень делает очень классные куканы. Щучку на куканчик и в воду. Друзья, прозрачность воды всеми просто впечатляет. Каждую кувшиночку, каждую травиночку видно. Золотая осень в этом году какая-то не сильно золотая. В связи с затяжными такими утренними и ночными заморозками. Листья просто буреют очень часто и опадают. Но все равно красиво. Все равно у природы своя красота в любое время года. Такой он октябрь 2021. Оба!
еще одна поклевочка, на этот раз на тине Магалон. Мега щук. Второй сегодня. Тут же самоотпустился, но он есть. Две в зачете сегодня. Оба и есть. В этот раз побольше. Я понимал, что там она будет, щучка. Тини-магалончик, ну, такая. Грамм 600, наверное. Щучка. На тини-магалончика взяла. О, ну, это ничего. Четвертая поклевка. Третий щупарь сегодня. Тиник рулит. Это на него вторая сегодня рыба. Какой-то выход пошел около 9 утра. Три, ребят, уже три. Всем пока радует. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Так, ну это тоже годная. Грамм 600 с лишним, наверное. 600, 605 грамм. Ну что, друзья, дошел я до такого интересного места. Это впадение всей вот за моей спиной реки Вир. Это место, где щучка обычно крутится всегда. Вот здесь у меня на этом промежутке утром, сколько мы от места нашего старта, и сюда вот плыли. Я поднимался вверх на веслах, течение, в принципе, такое небольшое. Я видел 4 поклевки. То есть, ну, уже интересно, уже прикольно, уже лучше, чем на псле 3 щуки. Блин, у меня, наверное, таких результатов этой осенью не было еще. Ну что, сделаем на впадении Вира на втором пару забросов. Вода какая-то вонючая, реально запах идет. Друзья, продолжаем рыбалочку уже с плавом. Только что созвонился с Димой. У него вообще плачевный результат. Говорит, было пару выходов щупаков на поверхности к Суёки Райдер. Но ни одной не поймал вообще. У Романа связи нету, с ним пока связаться не удалось, узнать, какая у него ситуация. Опа, есть поклевочка и на джиг. Поставил рачка Фиолетти Select Кракен. И есть поклевочка щупаря. Вот. На джиг. На джиг тоже травяночка с полкило у нас попалась. Есть. Ну, такая, как предыдущая, грамм под 600. Щука, вот, рак в фиолете, джик, и сработал он. Отлично. Есть очередная. Ну, эту сейчас отпустим. Взвесил этого щупака, 530 грамм. Дарим ей свободу. Друзья, время уже дотикало до 12:30. В общем, у меня последние часа полтора вообще клёва нету. Пробую и твичить, пробую и джиговать. В общем, никаких ни реакций, ничего. Был один выход еще на твичинг после того, как на джиг поймал щучку. Малышка там выскакивала, не знаю, грамм 300, наверное, 400 может. Но мимо по воблеру так и не попало толком. Вот. Вот такие пироги. Утренний выход был, дальше пока не клюет. Ждем, что все-таки зубастая себя проявит дальше. Опа, поставил волкер и на волкер взял окуня. Хотя на перекате ставил волкер с расчетом на жерешка. Рассчитывал на жерешка, поймался вот ладошечный окунь. Ну тоже рыба,
А то ничего не клевало вообще. Ну что, друзья, уже 1:30 время. Ну и причаливаю перекусить, пообедать, размяться. Ну что, друзья, вышел обедать. У меня, как всегда, чай обязательно. Ну и мой судочек с стандартным набором. Погодка сегодня ветреная, как оказалось, хоть и передавали маленький ветер. Оказалось, этот ветер не такой маленький. Созванивался тут недавно вот с Димой, и он говорит, они с Романом вообще пролетают сегодня. Поймали, конечно, да, по щучке грамм по 200-300. И отпустили, потому что, ну, малышня вообще. Как-то так. Ну что, покушаем. Время 1:30, может, часа в 2, в 2:30 какой-то выход, активизация будет. Ну что, друзья, покушали и плывем дальше рыбачить. Беремся за спиннинг и вперед. Мы поели, рыбе тоже нужно поесть. Вот, друзья, немножко красот, прелестей золотой осени. Есть именно такие золотые кусты, деревья. Ну, а так по реке видим, все такое еще зеленое, бурое. Прозрачок какой по сейму идет. Сказка. Ух, выскочила щучка только что. Первая поклевка после обед. Шнурочек на реренже, но мимо. Оба! Есть шурагаечка. Шнурочек, малышоночек. Вот такой гигантский на реренже взял. Это 5-я сегодня щука, это отпускной размер однозначно, малышок. Но она есть, реренж сработал тоже. Отпускаем сейчас. Малышечка, домой плыви. Встретил только что Романа. Роман говорит, вообще рыбалки сегодня толком нету. Поймал он еще одну щучку, вторую сегодня, такую около 0,5 кило. И все. У Димы то одна как была, так и осталась. Оба, еще одна поклевочка на тени Магалон. 6-я сегодня щука. Если это, конечно, можно назвать щукой, друзья. Вот такой чемпион. Ну что, малыш, плыви домой. Оба, есть еще один щупарь. На тени Магалончик взял. Опять малышечка, ну такая-то, грамм 300 уже. Есть 7-я сегодня щучка. У меня тини Магалончик, конечно, в этой бомбической расцветке разрывает. Отлично. Вечерний выход какой-то пошел. У меня в том меляке, где я только что плыл, было выходов штук 5, наверное, подряд. Поймал только одну. Вот, и вот вторая. Ну, грамм 300 такой отпущу, конечно. Вот 7-й щупак, 350 грамм. Плывет домой. Ах, блин, 8-я бралова сошла.
прям возле лодки, ну совсем мелкая. Ну что, друзья, все, делаю последний заброс, Дима уже собирается, уже время 4:30. Вот, пора и честь знать, выход закончился, был у щучки выход вечерний, на тени Магалон было много, выскакивало. Поймал я парочку. Ну что, друзья, к 16:30 мы рыбалочку закончили, уже вышли на берег, собрались потихоньку, осталось лодки сложить. Дима сейчас подъедет сюда, пошел за машиной. Вот, рыбалка вышла достаточно трудовая, но интересная. В общем, взял только две щучки, еще одна такая была чуть за полкило, остальные шнурье там от 100 грамм и до 350. У Димы рыбалочка вообще сложилась плохо, он поймал одну щучку, грамм 200 на твичинг, и все. Роман ловил на силикон равномеркой в джиг, и он на предатора поймал двух щучек, одну такую где-то полкило и одну вообще там грамм 200. Извиняюсь за звуковое сопровождение, утки пытаются выйти. Вот. Все, ребят, всем спасибо за просмотр видео. Если видео понравилось, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Оставляйте свои комментарии. Ну и всем счастливо, всем пока, до новых встреч, до новых рыбалок. Сезон еще не закрыт. Пока-пока.